Уловка. Ты не думал стать взломщиком с такими-то способностями? Я подумывал об этом, но решил, что это очень уж скучно. Пойдем. Он здесь? Ты чувствуешь его? Нет, его нет. Но он точно здесь был, запах все еще силен. Давай осмотримся. Старая игрушка никому уже не пригодится. Жаль, кто-то и раньше радовался. Эту игрушку недавно чинили. От этих кукол не по себе. Нет следов на пыли. Эту игрушку положили здесь недавно. Забавная безделушка. Иногда я думаю, что окончу жизнь, как такая вот игрушка. Эту игрушку недавно чинили. Пойдем на чердак. Значит, это его гнездышко. Нужно осмотреться. Портрет женщины. Какой-то смазанный. Это его девушка? Не знаю. Кого-то она мне напоминает. Кого? Не знаю, но у меня впечатление, будто я ее раньше встречал. Нет следов на пыли. Эту игрушку положили здесь недавно. Этих кукол не по себе. Детлов Вандер Эретайн, ты не знаешь нас, но мы знаем тебя. Мы знаем, что ты вампир. Нам известно о твоей слабости к женщине по имени Реновет. Мы заточим ее в подземелье, кишащем крысами. Мы сдерем с нее кожу. Или ты можешь ее спасти. Для этого отправляйся в Баклер и определенным образом убей 5 человек. На каждое убийство у тебя есть 3 дня. Если не успеешь, вместо следующего письма получишь палец своей возлюбленной. Видишь? Это лучшее доказательство того, что Детлов убивает не по собственной воле. Кто-то его шантажирует. Есть мысли, кто это может быть? У Детлофа есть враги? У Детлофа бывают враги, но они долго не живут. Может, кто-то сумел сбежать? Возможно, но я ни о ком таком не знаю. И если такой существует, он чрезвычайно опасен. Впрочем, сам знаешь, ты же сражался с Детлофом. Думаю, это кто-то новый. Кто такая Реновет? Его давняя любовь. Единственная людская женщина, с которой он был близок. Она приняла его, и благодаря ей он нашел свое место в этом неприветливом для нас мире. Это она начала дело, которое я стараюсь продолжать. Ты встречался с ней? К сожалению, не имел чести. Она ушла от него до того, как Детлов меня спас. Хотя он всегда утверждал, что она пропала. Как я понимаю, ты в это не веришь. Я разбираюсь в людях несколько лучше. Умею распознавать цинизм и фальшь. Я знаю, что она забрала свои вещи, а похищенные или пропавшие без вести этого, как правило, не делают.
Предупреждая твой вопрос, скажу так. Я не знаю, почему они расстались. Могу только допустить, что однажды Детлов впал в безумие, и она увидела его другое обличье. Уверяю тебя, любой бы ужаснулся, хотя не каждый сумел бы убежать. Детлов не может примириться с тем, что она его бросила? Думаешь, это невозможно? Разве ты не знаешь людей, которые не сумели с этим справиться? А Детлов гораздо эмоциональнее людей. Она была для него не просто любовью, любовницей. Она стала членом его стаи. А стаю по собственной воле не покидают. Если она была для него так важна, почему он не искал ее? У вас, вампиров, есть свои способы. Думаю, для него это сущий пустяк. Геральт, как ты верно заметил, мы вампиры, а не чудотворцы. Он искал ее, ясное дело, много месяцев искал, но в конце концов сдался. А вот Реновет, скорее всего, узнала его достаточно хорошо, чтобы замести следы. Даже если тогда Реновет от него ушла, то в этот раз ее и правда кто-то похитил. Трудно с этим не согласиться. Еще труднее предвидеть, на что он пойдет, чтобы ее вернуть. Убивать он определенно готов. Ради Йеннифер ты бы сделал то же самое. Он убивает, потому что она для него важна, а эта кровь, эти люди, не имеют для него значения. Кажется, понимаю. Он спасает девушку из своей стаи. Именно. Ладно, мы знаем, что его шантажируют, но по-прежнему не представляем, кто. Надо тут еще немного осмотреться. Инструментами недавно пользовались. В перерывах между убийствами Детлов чинит игрушки? Оставь свое злословие при себе, Геральт. Красивая мелодия. И правда. Не знаю почему, но она напоминает мне о доме. О том настоящем, до сопряжения сфер. Ха. Смотри, карточки с фамилиями. Граф Криспи, граф Дюлак, Мильтон де Пейрак-Пейран, граф де Лакруа. Это жертвы Детлофа. Только это не его почерк. Это присылает тот, кто написал письмо. Все они написаны одними чернилами. Видишь цвет? Здесь краситель киноварь. Редкий минерал. Встречается только... в Назаире. Но это немногое нам дает. Привезти чернила мог кто угодно. Верно. Но, возможно, стоит это запомнить. Смотри, тут пятно. От вина. Ничего необычного. Особенно в Баклере. Может быть. Но, пожалуй, это тоже стоит запомнить. Очень мне интересно, что это за шантажист. Ты о чем? Дружище, некто похитил возлюбленную вампира. Вынудил его убивать, хотя, как ты сам утверждаешь, он не убийца. Этот шантажист – настоящий мастер. Никто попало. Хм, ты прав. И теперь я начинаю думать, а что если... Что если это один из вас? Вампир? Именно. Как все запутанно. Это просто гипотеза. Не стоит к ней привязываться, пока не узнаем больше. Верно. Подведем итог, что у нас есть. Кто-то шантажирует Детлофа и присылает ему листки с именами очередных жертв. Имена написаны одними и теми же назаирскими чернилами. Не его рукой. Немного. Достаточно, чтобы признать Детлофа невиновным. Да, похоже, он стал орудием в руках какого-то безумца, который велит ему убивать. Это правда. И это дает нам новую возможность. Если мы найдем Реновет, любой шантаж потеряет смысл. Мы снимем Детлофа с этого крючка. Вся эта идея... Может, стоит попробовать, но... Что с Детлофом?
Я буду искать его девушку, он убьет очередную жертву? Не убьет. Я сумею его удержать. Я объясню, что ты друг и помогаешь нам. Я подожду здесь. Должен же он появиться. И он послушает? Да. Может, мне подождать с тобой? Нет. Он учует тебя за милю и просто не станет сюда заходить. Поверь мне, лучше я останусь тут один. Ладно, а я тем временем поговорю с княгиней. В таком случае мы будем ждать тебя здесь. Оба. В Баклере все спокойно.